witamy w Polsce. Witalii, ostatni raz wizyta w Polsce nie skończyła się dla Ciebie dobrze, ale na szczęście nie przegrałeś z Polakiem, przegrałeś z Brazylijczykiem. Jak w tej chwili Twoje samopoczucie i czy powrót do Polski nie był dla Ciebie zbyt ciężki? Dobro pozdrawiam w Polsce. Последний бой, который вы сражались, вы проиграли. На счастье, не с поляком. И как вы себя чувствуете? Добрый вечер. Да нет, нету никакого особого, там, скажем так, давления или еще чего-то, потому что, ну, бои есть бои, как бы мы уходим. Это наша работа, как бы, исход бывает разный, кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Главное на этом не останавливаться, идти только вперед. Ну, специального чищения нема, то сам ваши валки. Trzeba iść do przodu. Jak Witalij ocenia swojego przeciwnika Piotra Strusa? Gdzie upatruje jego najmocniejszych stron, a gdzie będzie szukał szansy dla siebie na to, żeby z nim zwyciężyć może przed czasem? Jak Wy oceniacie swojego zapiernika Piotra Strusa? Jakie u niego plusy, a tutaj i minusy? Piotr świetny bojec, tak powiem, bardzo zarekomendował się, bo i się z dobrej strony. Naporysty, zawsze idzie w przód do końca. Таких уже особых минусов, так скажем, нету. Достойный соперник. Я думаю, мы покажем очень хороший, зрелищный бой. Bardzo dobry zawodnik, który lubi iść do przodu. Takich specyficznych minusów u Piotra Strusa moim zdaniem nie ma. Zobaczymy po prostu w klatce, jak to będzie. Piotr będzie walczył przed swoją publicznością, nie tylko w Polsce, ale i w Warszawie, i to przede wszystkim. Czy dla Witalia jest jakiś dodatkowy stres albo obciążenie psychiczne, że będzie walczył na terenie przeciwnika i wie, że jego rywal będzie mógł liczyć na taki duży aplauz? Piotr Strus był w Polsce, w swoim городе, w Warszawie. I jak wy się tym czujecie, że u Piotrka będzie хороша publiczność? Знаете, никогда никак на меня не давит, потому что, так скажем, октагон – это наша работа. Неважно, где в России, в Бразилии, в Польше, мы просто выходим, делаем свою работу. Октагон – это наша работа. Мы входим в Эстонию, то нема разницы, чи естесь тут, в Бразилии, чи в иных странах. Входим и делаем свое. В котором городе ты родился и в котором городе ты живешь? Понял вопрос. Понятный вопрос. Так скажем, история такая длинная, так скажем. То есть у нас города еще, так скажем, делятся на федеральные округа. Вот. То есть, ну, в целом, как бы, всю жизнь прожил именно в Уральском федеральном округе, в разных городах только базировался. Вот, ну, так скажем, Сибирский федеральный округ наш. Сибирь? Да, Сибирь. А сколько градусов у тебя дома? Ну, сейчас или вообще? Сейчас. Сейчас где-то минус 15. W Rosji są pod miasta, tak jakby, i urodziłem się pod Syberią, w mieście pod Syberią. No i jest minus 15 tak na w tym momencie. Czyli jest ciepło. U nas ciepło, tak. U was ciepło. Skoro już tam wspomniałeś o Brazylii, ostatni twój rywal, Vieira, wygrał w UFC, wygrał z Polakiem. Obserwujesz jego karierę, no bo bardzo trudny rywal. Ja pamiętam tą walkę w Łodzi i pierwsza porażka twoja w ogóle. Jak obserwujesz jego karierę? Kibicujesz jemu? Наблюдаешь за этим соперником Вейра. Он последний бой выиграл с поляком. Смотришь его бои, болеешь. Ну, так скажем, так прям пристально за ним слежу, то есть, ну, где-то в соцсетях, каких-то моментах, как бы, ну, мелькает, так скажем, какие-то новости о нем, то, что подписали UFC, выиграл первый бой. Ну, может, дай бог, еще встретимся, то есть не исключено и такой момент. Специально за bardzo go не обсервую, хотя бы где-то на стороне интернетовой что-то найду. Мам надеюсь, что еще будет такая возможность, что мы встретимся с ним. Как bardzo потенциальное zwycięstwo над Piotrem Strusem приближите до мистерского паса АЦА? Как сильно вы приближитесь к бою за пояс после боя? Ну, я так понял, руководство лиги всей сказало, что, возможно, мы следующие президенты, кто из нас выигрывает, будет драться за пояс в следующий бой. Prezesi z ACA powiedzieli, że po tej walce można oczekiwać walkę następną już za tytuł.
Z jakiego sportu się wywodzisz? Bo z reguły każdy z zawodników w Rosji wywodzi się albo z pankrationu, albo z rukopaśnego boju, albo z sambo ewentualnie. Ty zaczynałeś od MMA, czy zaczynałeś właśnie któregoś z tych sportów? Z jakiego sportu będę zaczynał? Ну, вы знаете, в России большая любительская база, то есть мы выступаем в нескольких дисциплинах. Рукопашный бой, боевой самбо, панкратион, то есть в каких-то этих именно конкретных аспектах там, достигаем уровня мастеров спорта и уже потихонечку переходим на профессиональный ринг. Jest bardzo dużo sportów, jeżeli chodzi o sztuki walki w Rosji, sambo i inne. I coraz bardziej się przybliżamy do MMA, z profesjonalnym MMA. Czy masz w MMA jakiegoś zawodnika, na którym się wzorujesz, który jest twoim idolem i nie możesz powiedzieć, że jesteś sam dla siebie idolem? U was jest jakiś idol w MMA i wy nie możecie wskazać, co wy. Nie powiem, czy jest. Wasz kumir u was jest? Tak. Wy nie możecie wskazać, co wy. Скажем, у нас в вере в православии есть такой термин «не сотвори себе кумира». Вот. Но всегда примером был, есть и остается это наш российский боец Федор Владимирович Емельяненко. Вот, то есть это человек не только с точки спортивной какой-то, да, но еще с духовной. Это из многих людей, который на протяжении многих лет оставался скромным, то есть категорически против трэш-токинга, и он очень симпатизирует, я думаю, это пример для многих и для многой молодежи. У нас в религии православной не ма чего-то такого, как идол, але на день сегодняшний особа, которую могу себе щитить, то есть Федор Емельяненко, который то есть bardzo добрый человек, bardzo добрый заводник, брыжи се трэш-токингом. Na dzień dzisiejszy to jest osoba, którą cenię i to jest idol, tak. Wspomniałeś o wierze, widzę, że cały czas trzymasz w ręku różaniec. Tak straszne spotkanie z dziennikarzami, że trzeba się modlić? Słyszałem u was w rękach dla modlitwy. Tak boicie się wstrzeci z dziennikarzem? Да нет, так скажем, духовно постоянно нужно расти, не только физически, но и духовно не надо оставлять эти вещи. То есть духовное нигде в жадных околичностях не можно заставить этого. Последнее питание. Спасибо.